Итак. Во сколько начинаешь стрим? Ну, где-то... О-о-о-о-о. Как повезет, бывает в 7, бывает в 8 вечера по Москве. По-разному бывает. Могу опоздать. Но это редко происходит, да? Так, у нас получается что? Амулет огня. И... Амулет воздуха, который скоро сдохнет, кстати. И амулет противоядия есть. Ну и да, получается. А еще щит огромный. Вот такой вот. Ага. Да, игра зависла. Который почему-то начинает уже понемногу, как бы, это самое, да? Хотя у него максимальная защита 2500, блядь. А что это означает, типа, не понимаю. Потом 4... О, 4 алмаза надо убрать. У нас уже 9 алмазов, нахуй. Ты слона опять проебал? А, я его и не находил. У тебя яркость на максимум, да. Так, ну и что получается-то делать-то? Делать-то? Меч вот этот забрать надо к себе. Просто у нас болотный мир. Болотный мир. Болотный мир. Может, вернемся туда? Я просто не знаю, стоит ли туда возвращаться, блядь. Блядь. Яблоко тогда надо убрать. То мы там вообще ничего не исследовали. Не надо? Так мы там ничего даже не нашли. В смысле не надо? А что вы хотите тогда? Ты помрёшь там, ну и ладно. Ну и помру, что бубнить. Ну я буду аккуратно. Так, у меня сколько? Сейчас я... Поим. Включи донат. Так они... А, блядь, в игре донаты. Сделал, сделано, блядь. Как будто кто-то будет донатить. Давайте, начинайте. Так. 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 Что это? Ой, блядь. Что? Ладно. А-а-а! Молодец, Блю Дримс. Молодец. Ну, бля, дай. Сука. Даю, даю. Как видишь, у тебя очень хорошо получилось. Молодец. Молодец, классно. Взял тараканом. Блять! Так, вообще надо поспать, короче. Ночь эту пережить. Переспать. Ага. Да сука! Где он там? Где он? А, вот ты гадость! Ну все. Да блять, да... Вонючая лестница. Да и... Чё они все застревают? Да чё за нахуй? Чё за хрень? Они меч выбили. Да идите вы в жопу, хватит тараканов спамить, сволочи! Чё за пиздец, что это за таракан такой? Почему взрывает все? Пиздец, что происходит? Я орирую. Блять, я просто в шоке, блядь, с этих тараканов. Хватит! Марзипан. Спасибо, конечно, но... Обидно. Там бирка выпала. Вроде на... Так от них толку нет. Зачем мне эти бирки-то? Они же ничего не дают. Нахер они вообще выпадают, я не понимаю. Ух ты, гад, сука, еще один такой же. Урод. Иди отсюда.
Есть планы по стриму на следующей неделе. Стримите, стримите. Чё, как пойдет, так пойдет. Че надо? Че бубнить-то, блин? Свою мафию сделаю. Вот. Только не знаю, кого позвать. Кого можно будет позвать? Учитывая, что я ни с кем не дружу. Дизи, я. И все. Ой, бля. О, куп удачи. Ребята, куп удачи. 40 с чем-то летим. Спасибо. Братишки. Братишки не пойдет, я слишком не популярный. Донат на экран не видно. Куп удачи или минус 1к. А, вот. Арина Гранде, спасибо, спасибо, спасибо. Почти что чуть-чуть минус 1к не случился. А тогда у нас вот компактный. Точнее, гигантский. Итак, ребят, идемте. А чё я воняю? А чё я воняю? Ты чё, сука? Ты чё сделал, блядь? Парфова, нахуя? Вы чё, блядь, совсем что ли ёбнулись такой? Да как его убить-то, блядь? Ну охренеть! Стой. Ебать. Минутку. Вы что делаете-то? Ты знаешь, кто я? А! Я вор. А тут что? Нихуёво тут что? Да блядь, как мне теперь пройти-то туда, а? А, во. Всё, вообще всё в нахер. Выкинуть эту залупу. Обалдеть, обалдеть. Что это? Не, ну, этот скипетр, это фигня какая-то. Железная конская броня. Типа, конченая, да? Так, нормально, спасибо. Спасибо. Да ёп. Да ёп. Да ёп. Я понимаю, что для лошади. Так. Минуточку. Во-первых, кто сдонатил и что это за донат был? А, Blue Dreams. 600 рублей. Классно. Так, а что дается в Майнкрафте, если задонатят 10к? Не знаю. Это уже вопросы к тому, кто эту сборку сделал. Я-то откуда? Надень броню. А, блядь, точно, сука. Ага. Тут. Значит, золото. Ебать, у меня золото уже, а. Так, что еще-то надо? Что это за железная лопата такая? Кто тут? Кто будет проверять? Да говорят, на 50к классная штука. Так, у нас кубы удачи, да? Пойдемте их откроем. Так, где бы их открыть? Так, вот эти вонючки ходят. Опа! Там дети про тебя говорит, удивляется, что ты упоминал его. В смысле? Не понял, почему. Ах ты, сука. Типа, в смысле удивляется? То есть он такой, типа... О, вы знаете, Хесус-то на самом деле мразота, да? Вообще про меня нигде ничего не говорит. А тут я даже удивился. Хесус, неужто про меня заговорил, да? Я типа там такой мразота, который о нем не вспоминает. В смысле, блядь, не понял нахуй. Да, блин, нет нормальной плоскости, чтобы нормально кейсы эти вонючие пооткрывать. Вы передайте ему, что он, типа, может в мафию поиграть. При желании.
Они еще и покоцанные, блядь. Ну, тупо штаны выпали. Хотя эти тоже покоцанные. Я тогда эти возьму, они получше будут. Блядь. Ну, ладно, окей. Прочность 10? А что это значит? Штаны! А можно их починить как-то? Так. Покчамп! Он тоже сказал Покчамп? Покчамп. Так понимаю, автор карты озвучил. Так, ну, даже не знаю, чего ожидать. Вы готовы, ребята? Вы готовы? Вы готовы? Чинить можно, отлично. Пау! Ебать, что? Что? Чё происходит? Чё за нахер там строится, блядь? Ебануться это что? Что это за пиздец? Ебать, тут Усманов что ли свой новый дом строит? Блядь, я не мой... Что это? Пиздец! Медведи со своей дачей, ёбаный! Нихуя! Охуеть! Ебать! Это мой дом теперь. Блять, эта хуйня мешает, ну ладно. Ебать. А сколько этажей? Это вообще что, блять, за постройка? Нихуя себе! Обалдеть, просто с нихера! Я летаю, у меня амулет, я жиру, амулет воздуха. Блять, у меня слюни, сука, сори, слюни потекли. Амулет воздуха позволяет мне передвигаться по воздуху. Да сука. Ебать, это что вообще вылезло, нахуй? Посмотрите, какой он огромный! Ау. Обалдеть. Это мой, кстати. Мой дом, кстати. Кто двери, блядь, открывает? Моя, кстати, усадьба. Только как мне теперь отсюда слезть? Там монстры вроде. Сейчас разберемся, блядь. Просто я в шоке. Блять, я ей воду не могу нормально. Ладно, придется опять лететь по воздуху. Братан, скоро кончится. Да давай уже, присаживайся. Окей, а вход где? А где вход? Пиздец. Пиздец, я вообще ору, блядь. До дома звонилы? И что он делает? Так, а с моим домом? А, фу, блядь, с моим домом все в порядке. Саня, ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке. Саня. Этот хрен тут хрюкает, блядь. Одноглазый. Он что, тут, что ли? Где? Ты где, гадость? Ты что, не умер? Где он? Поешь? Да мне еды не хватит. Ну, накормите меня кто-нибудь. 200 рублей. Сдонайте, накормите, блядь. Дедушку. Все, у меня нет еды. У меня регенерация, но я не хочу ее тратить. Я балдею, ребята. Просто жесть. Хлеб? Точно. Сори, не заметил.
На самом деле заметил, думаю, тоже не заметил, да знаете, но... Где этот хонкнутый ходит? Привет, это Навальный. Да, и сегодня у нас, собственно говоря, ну вот вы как бы уже сами все видите. Стример по имени Хесус. Ну, слушайте, какой-то пустоватый дом. Ага. Это из башни, наверное. Ебать, да хватит уже. О! На, сука! Да, блядь, ты павук! Павук, павук, павук! Да сдохнет. Да вы чё, блядь? Спамнер, что ли, какой-то? Тебя ж не было. Ну, сука. Да нет вроде спавнера. Ага. Так, окей. А как выше-то забраться? Где лестница наверх? В темноте спавнится? Шо, блядь? Так я был тут. А, ночь наступила, ё-моё. А вот. Угу. Ебать. Ля какой. О, спасибо. Бля, зависло. Ля какой. Нормально. А то есть кроватка, я бы ночь переспал. Так. Не, ну, как бы дом и дом. Что-то ни одной кровати нет. Пипец. Ля, утка, блядь. Кто дверь открывает? Что за скрипы? О, а вот кровати. Но на них спать нельзя. Как дом для гигантов каких-то. Жесть. Это ж надо так, а? Оба. Я ведьму слышу. Так, ладно, мне надо к себе домой вернуться. Та ёп. Поешь. Да блядь! Да мало еды у меня. Там еще есть этаж. Да и ладно. Они пусты. Стоп, а где выход? А, вот. Фу, у нас еще вообще-то есть три этих. Куба, куба. Обалдеть. Ебануться. Нет. Сука. Шкильник, иди отсюда. Иди нахуй. Пошел в жопу. Школьник вылез. Что? It's dangerous to go alone. Here, take this. Чё? Что-то осторожно. Меч. Как он звук издает? Короче, неважно. Я так не умею. Ой, блядь. Чпок. О, спасибо. И последний. О, нет. О, нет. Нет.
Сука. Блядь, он теперь будет шуметь, этот водопад вонючий. Что? Блядь, какая-то фуга на меня прыгает. Иди отсюда, блядь. Слышь, ты где? Козёл. В общем, ребята, ну его нахуй. Всё, я устал, я всё. Я чуть поиграл, всё, достаточно. Достаточно. Я заканчиваю.